20 июня Самара принимает Всероссийский фестиваль духовых оркестров на сопках Манчжурии. Фестиваль стал одной из визитных карточек города. Он посвящен первому исполнению знаменитого вальса Ильи Шатрова в Самаре. С 14 до 15 часов пройдет марш-марафон всех участников фестиваля на второй очереди набережной Волги. С 15 до 16 будут представлены концертные программы оркестров в парке имени 50-летия Октября «Металлург», парке имени Юрия Гагарина в Струковском саду и на набережной у светомузыкального фонтана. В 17 часов начнется большой концерт всех оркестров в парке Победы. Приглашаем 20 июня жителей и гостей Самары на праздник музыки.